Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ничего, я находчивый. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Полегче! Просто прохожу мимо! Подожди! Еще чуть-чуть и закончим раньше срока! Я уже чувствую вкус кредита! Давай закончим побыстрее! Рискуешь, Кэл! Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Захватом. Звучит неплохо, скоро буду. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? Смотри, корабельный резак. Да-да-да. Эй, нам нужно идти. Готово. Теперь ты. Бегу!
Проход зафиксирован. О! Ты как там? Я здесь. Ох ты, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри. Истребитель джедаев. Просто клад. Настоящее сокровище. Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят... Столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Роб! Держись! Я соскальзываю! Нет, не отпускай! Не удержаться! Роб! Нет! Роб! Роб, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет! Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Это же куда летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить, давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел, я же своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя же награда положена. Я знаю, я знаю. Так, что ж, будем осторожней. Да. Как ты? В норме, а ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Тепперс поможет мне. Он вроде как
На Нар-Шадда? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кайл. Куда ты идешь? И запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи... инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать.
для Империи. Мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай! Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, джедай! Жди! Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно! Мимо. Это предатель! В атаку! Никогда не думал, что стану с последним выжившим. Вижу объект. Объект здесь. Огонь на поражение. Какой вот? Ты ничего не добьешься, джедай. Выход один. Не останавливаться. Я не видел, чтобы ты утром занимался вместе со всеми. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнуть. Обнаружен враг! Цель проворна. Я знал, что все к этому придет. Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрыться. Надо успеть между выстрелами. Сейчас.
быстрее. Он здесь! Я тебе покажу, придурка! Они отстрелили цепь. Надо вниз. Не сейчас! Беги, беги! Подберем тебя, когда сможем! Что еще? Поезд встал? Держись! Нет!
выбрал. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Падаван. Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Не испытывай мое терпение. Я тебя уничтожу. Вечно не выйдет. Ты не лучше других. Гаси эту штуку и садись.